Российские миротворцы в Нагорном Карабахе приняли участие в акции по благоустройству памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны. В населенном пункте Нурагюх миротворцы совместно с местными жителями провели работу по восстановлению покраски ограды, очистке территории, очистке самого памятника. Памятник был установлен в 60-е годы прошлого столетия в память о мужчинах, отправившихся на фронт из этого села и отдавших свои жизни ради свободы советского народа. Всего на учете Центра гуманитарного реагирования находится 58 памятников в Нагорном Карабахе, посвященных воинам, павшим на фронтах в 1941-1945 годах. На сегодняшний день на половине из них уже проведена работа по благоустройству. И вот этот мусор я сейчас. Все.